Саратове снова убирают снег, уже не первый раз за последние сутки. Дорожникам приходится работать в усиленном режиме. Снег собирают и вывозят больше 200 единиц техники. За минувшие 3 дня в городе выпала месячная норма осадков. Большие проблемы на сегодняшний день вызывает брошенный транспорт, припаркованный транспорт. Поэтому днем мы в основном вынуждены либо перекрывать короткие отрезки, которые не несут дорожной нагрузки, либо, соответственно, работать в день полосами общественного транспорта. Апокалипсис в городе. Брошенный на обочинах транспорт мешает не только коммунальщикам, но и другим водителям. Дороги становятся уже, и по ним невозможно проехать. Сегодня особенно не повезло жителям Ленинского района. Соответственно, те остановки, да, которые, да, 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 все остановки, которые есть, они в обязательном порядке у нас фиксируются. В руках сотрудника Саратовгорэлектротранса данные о временных остановках движения трамваев. За последние 3 суток таких случаев было больше 60. Винят на предприятии непогодные условия. Вот основная причина этих задержек – это автомобили, которые выезжают в основном на трамвайное полотно и застревают на нем по причине того, что и так в сугробах двигаться трудно, а когда еще это все на открытых рельсах происходит, то машина ни сама не может съехать, ни столкнуть ее достаточно проблематично. Буксовали сегодня и во дворах. Снег, который должны убирать работники управляющих компаний, зачастую никто не вывозит. Специалисты говорят, что испытания еще не закончились. Но на этой неделе погода будет неустойчивой и снежной, к сожалению. Температура воздуха на 2-3 градуса будет ниже нормы. Из-за обильных осадков отменили несколько авиарейсов, закрыто движение на областных трассах. А в Саратове убирать снег будут и ночью. Дорожники планируют очистить город от осадков в минимально короткие сроки. Павел Фитилев, Роман Базан, Станислав Иващенко, Олег Буланов. Новости Телеобъектив.